перевод Генриха Мхитаряна. Ой-ой-ой, Роман Березовский, куда пошел? Куда ты пошел, дорогой ты мой? Зачем? Неужели сейчас красная карточка будет? И Туральда, я прошу тебя, не надо. Он же не играл рукой. Он не играл рукой. Послушай лайнсмена. Нет, по-моему, за красный потянулся, да. Опытный вратарь. Мега опытный вратарь Роман Березовский. Сейчас я уже закончу свой рассказ относительно тактических всех премудростей Вардана Минасяна, потому что Роман Березовский подвел свою сборную. И сказать тут что-то больше, наверное, нельзя. Кстати, зачем? Зачем выходить было Березовскому так далеко? Ну, рукой он, конечно, не играл. Он не играл. Не играл. Вот здесь уже успевают и Мкоян, и 16 номер Алексанян уже успели бы накрыть Кокса. Но выходит Березовский, не играл рукой, но это уже не так важно. Да, мы видим, что руки выставляют, но, по-моему, мяч в руки не...